Ёбаная зевота. Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь. Сегодня у нас битва замков и роллинг на 57500 самоцветов, не на 100 тысяч, не на 300, не на 500 и даже не на миллион. Нахожусь на аккаунте игрока под ником Лисов, 661 тысяча силы, и он находится в гильдии под названием Лунный Свет. Ребята, вступаем в гильдию Лунный Свет. Вся информация у вас на экране. Да, и не забудь про хавчик. Вот, хавчик всему голова. Про княжеский лайк не забудь. И там подписку. Ну, вот это вот все. Ты же знаешь, что делать, друг. Ну, пожалуйста, давай, не тупи. Я надеюсь, будет все хорошо. Так что давай. Я на тебя надеюсь. Так, молодой аккаунт. Мало самоцветов, и я предполагаю, что сегодня будет трудно. Что у нас по ништякам? Ништяков ничего такого интересного нету. Достижения какие-нибудь, типа, наверное, там. Ну, слушай, ну нормально. Вот. Что еще? Да, я не знаю, типа, часто вижу в комментариях, покажи достижения. Какие достижения? Ну, вот восьмая кошмар. А, пройдено. Типа, ну, вот какие достижения? Но достижение, что здесь доната мало, только 192 тысячи силы, типа. Ну, аккаунт Зефирик, ой, тут мастер рун, вообще по полной программе, ёб твою дивизию. Чувствую, этот роллинг будет очень сложным. Так, каких героев не хватает? Фанатик Бабулес, Темный Колдун Бабулес, Механоид Альфа Бабулес, Мисс Магия, Берсерк, Пепельная Матрона. Ну, Дама Холода. Скиталец. Ну, короче, последних героев нету. Я вообще уже хотел сказать, когда там увидел Пепельная Матрона, Мисс Магия и... и кто еще? Берсерк. Я уже хотел сказать... стандартная фигня. О, боже. Одних этих... Ну, тут как бы нет. Героев тут не хватает больше. Да, то есть... Паладин. Атлантикор. Что-то пока что такое начало не самое воодушевляющее, я бы вам сказал. Инженер, алхимик, кристаллический эктоплазм. Эй, Сноузила. Эй, Химера. Как бы нормальными героями даже не пахнет. Я не говорю даже про недостающих. Я, не знаю, для приличия мог бы Космо выпустить. Что это такое? Что это такое? Да, если хочешь оставить заявку на роллинг, вот, то ссылка есть в описании. Хотя, возможно, после этого роллинга ты не оставишь заявку. Потому что что-то я не вижу тут Мисс Магии. Даже какого-то тонкого намека. Потому что, ну, падает от края... Откровенная какая-то херня. Ну, не знаю, потрясу экраном. Я не знаю, что делать. Ну, давай дальше. Давай. Шаман. Ледяной дьявол. Королева змей. Оборотень. Королева... Ты что? Давай там. Мисс Маги. Да, что такое? 190 рыцарь. Тритон. Циклоп. Сноузила. Шаман. Циклоп. Оборотень. Гигант с холма. 190 рыцарь. Душегуб. Что-то как-то вообще... Рандомчикус, рандом. Мисс Магия, приди, бог грома. Что это? Это что, проклятый... Где вообще? Уже не говорю про недостающие, говорю, где вообще нормальные какие-то герои? Это что? Сегодня вроде коллекционер не проходит. Череп, ну серьезно. Друид Душегуб, 2020 год. Заклинательница, Леди Лео. Просто, я не знаю... Добро пожаловать в 2016. Просто жесть. Просто какая-то жесть. Тритон, оборотень, панда-разрушитель, алхимик, шаман, кристаллический... Да, чё с тобой не то вообще? Рандом. Это что? Просто, это как? Я уже предвкушаю отрицательное количество лайков. Дракос, господи. Господи, Дракос. Как же мы жили-то без тебя, а? Да и там пофиг, что 450, что не 450, что 150. Где герои?
Что прошлый ролик был супер удачный, который вы не посмотрели. А? Офигительный ролик был. Ролил для сагильдийцы, девчонки. А вы не посмотрели. Влад Дракула, господи. Фараон, сука. Фараон, 2020 год, господи. Сука, я начинаю в себя верить. Ну вот, может быть, мне, не знаю. Князя в президенты. Князя в президенты. Князя в президенты всего мира. Удивительная фигня. Извините меня, но... просто... Реально, я так и назову это видео. Удивительная фигня. Что? Кто-то стучит в дверь. Ложная тревога, никто не стучит в дверь. Ну так что, на чем мы остановились? Вот я считаю, что класс просто офигенный. Князь просто офигенный. Но по-другому... Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Ну удивительная фигня. Удивительная фигня. Герои просто падали. Ну просто говнище. Ни одного нормального героя. И упала мисс магия. Ну, это... Вот, ну, смотри, дальше продолжается. Как будто мисс магии не было. То есть, как бы... Просто я даже не знаю, как это описать. Друид, палач, леди Лео, паладин, дама холода недостающая, Слушай, ты как-то очень странно. Очень странно. Князь тыква. Что-то как-то, знаешь, мягко скажем, удивительно. Паладин. То есть реально падает говно, 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 потом бац, недостающий герой. Говно, 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 потом бац, недостающий герой. Как это работает, я не знаю. Рандом меня просто не перестает удивлять. Капитан Дрейк. Ну вы расскажите, как оккультист. О, что-то уже пошло современное. Что-то уже пошло, ребят. Что-то уже как-то пошло. Закрутилось, завертелось. О, господи, что-то мне так в голову ударило. Ворожей, о, пошло что-то. Вот, полезное. В голову что-то ударило. Заболела голова. О-о-о-о-о-о-о. Так, у нас остается 6000, ребята, самоцветов. Нет! Я тебе говорю, это помните проклятие, да? Выбиваешь одного героя, потом обязательно упадет второй вместо какого-то другого недостающего. Слушай, это что-то вообще... Это реально удивительная фигня. Что? Ну иди сюда, закрою. Иди сюда. Давай ручку. Скажи всем привет. Так, скажи всем привет, иначе не закроем. Привет! Привет! Подписывайтесь на канал. Скажи, подписывайтесь на канал. Ну скажи! Ты боишься? А папа у тебя хороший? Не слышу. Да. Да? Да? Иди сюда. Да, я тебя одену уже. Мне надо заканчивать видео. Ворвалась тут просто. А мы папу... Ой, маму мы заберем? Маму мы сегодня не заберем. А когда? Она сегодня сама придет. А когда мы ее заберем? Когда она не сможет сама прийти. Понятно? Да.
Все, готово. Но она и сейчас не идет. Можем забираться. Хорошо. Но папа у тебя крутой, да? Все. Ребят, ну как бы мы уже получили наставление. Папа уже идет забирать, ладно? Растет маленькая начальница. Короче, надо заканчивать этот роллинг. Вы видите, в какой обстановке я нахожусь. Не дают записать. Королева гарпий. Слушай, выбили космос сердцеедка. Выбили две мисс магии. Даму холода. Конечно, результат не самый лучший. Хотя, с другой стороны, это ёперный театр. Было 50 тысяч самоцветов. И мы выбили самого, скажем так, полезного героя. Причем две штуки. Ну, как-то так, я не знаю. Оцените в комментариях. Вам пожелаю огромнейшей удачи, всего самого наилучшего. И пока.